Всем привет! Вот хочу показать, как добавляю реосил утятам. А утята получается у меня вот, наверное, вторые сутки, где-то вот почти вторые сутки. А стартовый комбикорм для бройлера получается. И даже вот не размешиваю, немножко вот так вот сверху посыпаю. Все равно они своими клювиками там все это перемешают, оно осыпется и дойдет до дна. Вот примерно вот так вот это все выглядит. Вот они мои бандиты. Мокрые все, потому что воды много было, получается. Вот они разлили тут водичку. Убрал картонку, потому что тоже все в воде было. Теперь они у меня на сетке. А внизу в лоток вот насыпал стружки, и стружка будет собирать всю влагу, чтобы они были сухие, сухие. И вот как поставил, получается, кормушку. Сейчас поставлю водичку, поменяю свежую. Первую неделю кипяченую воду даю. Не даю сырую воду, поэтому... Вот они, бандиты все. Уже сегодня окрепли, уже более активные. Посмотрим. Утка у меня стар 53. Могу же уже рассказать о результатах. Из, получается, 50 яиц у меня получилось одно яйцо, которое разбилось. Ничего из этого яйца не получилось. А из остальных, там, значит, около 7 неоплод, и около 4, получается, чего-то там не получилось до конца. Ну, в целом, получается, вот такой вот процент вывода, то есть процентов 85-90 вывода, поэтому это очень-очень даже хорошо, поэтому, то есть это яйцо, которое идет более качественное, идет от фирмы-производителя, более надежно, чем, например, тоже домашнее яйцо, поэтому вот такой вывод уже сейчас могу сделать. Это раз. Второе, что хочу сегодня сделать, это отремонтировать немножко этот брудер. Сейчас расскажу, что с брудером. Не помню, рассказывал или нет, но вот тут у меня две лампочки. Одна лампа должна быть обычная такая вот, а вторая красная. Что здесь у меня было? У меня вот здесь стояла головка от теплого пола, вот которые электрические теплые полы. Вот эта головка с, получается, вот этой терморелейкой, с датчиком температуры, который сбоку выходил на брудер и контролировал. Я задавал температуру, и красная лампа включалась-выключалась. Во-первых, какие минусы? Красная лампа при такой работе очень быстро сгорает, поэтому не советую. Во-вторых, вот это реле теплых полов крайне штука ненадежная, если задавать определенную температуру, когда вот она колеблется и выключается туда-сюда. Наверное, на такую работу не рассчитано, поэтому у меня прослужило, наверное, месяца 3 и сгорела эта головка, поэтому... В принципе, вот не рекомендую, Возможно, было еще какое-то замыкание, и надо было, получается, через вот этот фильтр сети или стабилизатор пустить регулятор напряжения сети. Может быть, и это еще очередная ошибка. Что решил я сейчас сделать? Во-первых, что хочу порекомендовать. Гораздо дешевле получаются вот такие вот лампы. Вот такие лампы сейчас фокусируются. Получается 200 ватт. 200 ватт. Вот Лисма. Они стоят что-то около 30 рублей в нашем регионе. Тогда как красная лампа стоит около, получается,
200 с копейками рублей, поэтому вот какая разница. Красную лампу я тоже купил, не буду кривить душой, когда температура будет ниже, конечно же, выручать будет именно красная лампа. Поэтому это не такая альтернатива, что стопроцентная. Но, по крайней мере, сейчас пока тепло, чтобы сэкономить деньги, чтобы они не так часто горели, буду использовать вот такие лампы. В принципе, сейчас двух простых с крышей достаточно получается. Но вот в планах. Вот. Что решил ставить вместо, получается, вот этой головки теплого пола, это диммер. Диммер. Это сейчас покажу, как он выглядит. Смотрите, ничего особенного. Обычный получается светорегулятор. Ну, такой поворотный. 600 ватт. Белый. Каким-то там чего-то там по типу названия таймеры. Этот стоит дешевле, потому что вот он получается вот такой открытый. Если есть обратная сторона, и сейчас покажу, как он выглядит. Например, вот так он выглядит. Он стоит уже дороже. Рублей на 100 получается дороже. Так как у меня корпус уже есть, это обычный получается вот для розетки такая. Вот сейчас покажу коробочка. Вот как выглядит эта коробочка, то, соответственно, я беру уже, получается, без задника. Все это пойдет туда и будет очень красиво выглядеть. Поэтому и экономия, и практичность. Ну и плюс красота. То есть вот она все красиво входит, выходит, все нормально, Так вот вышел из положения временно. Включил напрямую, потому что нужна была работа быстро. Вот. Вот таким контактным колпачком вышел из положения. Очень быстро и практично. Поэтому тоже советы применяйте. Подписывайтесь на канал. Буду почаще снимать ролики. Всем спасибо. Встретимся в следующем ролике.